Смотри на ту бомжиху. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Собачка, что с тобой? Видели вон что с собачкой? Так это же ты сделал. Не смешно. Вот ты снова здесь, там, где вот это дерево затерялось в текстурах, как вы писали там в комментариях. На самом деле оно просто висит. Миф развеян. Так, сейчас будем разжигать костер, и для этого нам нужны какие-то бумажечки, но дома я нашел только сигны, которые я вам делал, поэтому я буду сейчас ими разжигать наш костер. В общем, вы, мои зрители, помогли мне разжечь этот костерчик. Вот сейчас мы подождем уже, когда он догорит. Ну и будем туда вкидать картошечку и мяско. Я тоже сделаю свой вклад. Собака. Сука, пидорасы, блядь. Смотри, сколько их. Везде спина, ноги, руки. Наконец-то мы уже все приготовили с Юлей. Очень долго старались, разжигали костер около, наверное, 2 часов, потому что ветки, все мокрое, все влажное, и приходилось бегать по 100 раз искать эти самые вот эти сухие веточки. Тут еще и поезда у нас ездят, потому что мы недалеко от вокзала. Вот тут. С принцесса, она не кусает мясо, она его только режет. Кусать ой, она не надо, Андрей, рассказывать. Ту-т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 у-
Посмотрели на ту бомжиху. Это всего лишь от бутылочки сидра. Куда? Видишь, как она бежит? Бежит и бежит, Форест Гамп, постой! Пьяная идет в моей куфайке. Такая как бы бомжиха. Поворот пробежишь! Куфайка на вырост, бомжиха ржет, а то падает на руки, что-то стыд, позор. И куда? Куда-то убежала, я сейчас... Блядь. Юля! Thank you.
Привет, короче. А если кто не знает, то я Андрей Мартыненко, там, если вы впервые зашли на мой канал. Короче, я снова в Киев приехал, потому что меня пригласили на съемки. Настроения совсем нет, потому что мне холодно, несмотря на то, что сейчас солнце лупит мне в бошку. Доехал по-уебански, честно. Я живу от вокзала, короче, там, где поезда ездят. От того вокзала живу где-то 2 минуты. Но мне пришлось ехать на автовокзал, на другой. Не знаю, куда мне пришлось ехать. Целыми часами разбираться с теми билетами, искать их там. Ой, сука, пипец, короче. Потому что мне так заказали билеты, в общем. Мы сейчас с Юлей куда-то идем, просто недовольны, потому что ничего меня не удовлетворяет сейчас. Ну все к поконченному, так, ну как тут может быть? Что-то тут такое происходит непонятное на Крещатике. Куча народа. Капец. Шел мимо, подошел какой-то мальчик. Фотосессия тут сразу. Тут ко мне подбежали ребята, уже фотографируются. Пока с ним фотографировался, подошел еще один мальчик. Потом еще 3 девочки. Короче, какое-то быдло мимо проходило, что-то кричало мне лошара. Наверное, тоже хотели сфотографироваться, но постеснялись. Да. Рассказал Юле, на какой проект собираюсь идти. И она тут не сильно в восторге. Потому что я считаю, это ненормально, когда у тебя... Тихо-тихо. Все тайное должно оставаться в тайне. Вот. Кстати, когда-то я сидел на этом месте и ныл, что я хочу iPhone, что как мне плохо без него, и как все у меня вообще херово. Я сильно нуждаюсь в 5-м айфоне, хотя бы в 5-м. Ну, теперь типа вроде все нормально. И Юля недовольная. Юля показывает, как я снимаю. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша. В общем, мои съемки уже пока немножечко прошли, такая небольшая часть. Немножко расстроился, потому что, не знаю, просто такого еще не было у меня, поэтому я даже не знаю, как я себя показал. Сейчас меня отвезут на вокзал. Снова еду к себе домой, в свою конуру, дыру. Какие-то непонятные ощущения, что-то новое просто. Кстати, привезли меня на вокзал, вот. Пришел я на сам канал. Безумно приятно, когда тебя вот узнают. На съемочной площадке, в гримировке, при входе, везде. Разных возрастов, там, знаете, уже и взрослые. Как бы все меня знают, узнают. И это безумно приятно, я даже, знаете, не ожидал. Я просто себе сижу, и пацаны кто-то подходит, по: «О, привет, Андрей». «А я не знаю вас». Говорят: «Незнакомый, но мы тебя знаем». Так мило.
люблю, когда такой съемочный процесс именно с таким позитивом, то есть такой хорошей и крутой отдачи идет, а не так, что типа там, ну не знаю, у меня всегда было все хорошо. Не, не всегда, да. Один раз меня выгнали, конечно, я там переборщил, но со мной бывает. Короче, о, это сам этот гонорар пришел, вот, Мартыненко Андрей, там номер телефона, который я вам не хочу показывать. Что у нас здесь? Евро. А знаете, быть звездой не так уж и плохо. Жить можно.